Итак, давайте рассмотрим интерфейс, который мы видим сразу после запуска нашей программы. Первое, что мы видим слева направо, это окно браузера. Его можно отключить, нажав сочетание клавиш Command плюс 1. Его можно включить. Мы видим окно вьювера. Вьювер — это то место, где показывается наше видео, наш ролик в процессе монтажа. Далее мы видим снизу большое окно, это тайм-линия, то место, где происходит резка всего материала, где мы соединяем наши кадры, где добавляем музыку. Кстати, окно тайм-линии мы можем убрать, нажав сочетание клавиш Command плюс 0. Чуть правее тайм-линии у нас находится окно, которое показывает аудио, то есть звук.